Здравствуйте, друзья! Сегодня расскажу вам о новой игре. Называется она Mad Skill Motocrossing 2. Вот, игрушечка интересная, графика замечательная у нее. Сейчас мы посмотрим, что она из себя представляет. Здесь можно просто управлять карьерой, также мультиплеером и, соответственно, магазин. В магазине мы можем приобрести вот такие мотоциклы. И также сделать кастомизацию, то есть покрасить номер и так далее, то есть апгрейдить свой мотоцикл. Посмотрим на настройки. Вот здесь мы можем воспользоваться ракетой, убрать звук, сходить в магазин, также онлайн режим и поменять управление. Вот так, например, оно меняется. Вот видите, кнопка красная — это стоп, зеленая — это поехали, и вверх-вниз, то есть управление мотоциклом. Ну, давайте непосредственно приступим к самой игре. Нажимаем на игру. Вот видите, два вида здесь. Два больших пака, и в каждом паке несколько уровней. Ну, давайте нажмем вот сюда, на карьеру. Здесь я прошел уже три уровня полностью. Нажимаем сюда и смотрим. Да, вот видите, три уровня у меня пройдено. Полностью на три сердечка или другой значок. И когда вы пойдете три уровня, вам дастся еще один бонусный. Ну, давайте посмотрим, что игра из себя представляет. Нажимаем и поехали. Сейчас она загрузится. Поехали. Вот видите, у меня нифига не получилось. Попробуем заново. Окей, появилось. Я победил. Ну вот примерно вы представляете, что игра из себя представляет. Давайте выйдем опять на уровни и посмотрим на бонусный трек. Здесь намного сложнее, и у меня нифига не получается. Для меня игрушка довольно-таки сложновато. Ну, сейчас я погибну и попрощаюсь с вами. Я победил. Спасибо мне. Вот видите, у меня открылся второй байк. Ну, вы примерно поняли, что игра себя представляет. Ставьте мне пальцы вверх, лайки, записывайтесь ко мне на канал. Рекомендую вам эту игру к скачиванию. Всем пока, всем до свидания.